Ну, привет. Красавица. Я не знаю, дать тебе это печенье. Вот нам дали печенье с предсказаниями. Сейчас попробуем. Будешь? Нет. У меня больше пока нет ничего. Это там ничего внутри. Да, завтрак 25-го. Еще не все принесли. Печенье с пожеланиями? С печенье пожеланиями. Сейчас посмотрю, есть ли там что-то внутри. Ничего, ничего нет? Нету ничего. Ну, значит, будем загадывать желание. Сладкое рисовое. И сладкое рисовое муки. Сейчас елку покажу. Так светится вечером. Но это не елка, это мандариновое дерево. Живое. Мандарины настоящие. Ты мой сладенький. Ой, кошек кормим. Теперь собак кормим. У меня больше нет ничего. Ну вот, и тебя с Новым годом. Что это у нас? С Новым годом. А это что? Тоже с пожеланием. Солнце сейчас яркое утром. Время 8. Вот такая елка у нас. А так все приготовили. Китайцы не приехали. Не выпускают их. Оттуда даже не выпускают. Ну, видели мы вчера две парочки. Они были китайцы точно. Были такие нарядные молодые пары. Вот эта сцена. Только шарики сами полопались и все. Зато в соседнем отеле, Ира рассказывала, ночью гремели барабаны. Но недолго. Ой, прекрасное утро. Девчонки-соседки наши уехали сегодня ночью. Ну и нам два денечка осталось. Сейчас посмотрим, чего нам всем принесут на завтрак. Он все съел, собачка. Суп с морепродуктами. Ну и слава богу. Слушай, я рада. Осьминожка. Ну, вы там за меня это. Креветки уже съела. Я. Роллы мясные. Макароны. Я очень паста. Аккуратно. Ролл положили ему. Ну вот, походил, покривлялся, да? Не, у нас вот эти кальцы летают. Ну, я говорю, посмотри, как это красиво, блин. Слушай, кушай. Ага, кривлялся. Ролл с этим, с картошечкой фри положили. Ну, кальцеры просто так не покупаешься, потому что луна. Ну, вот и умница. Коты тоже кривлялись, рис не хотели есть. А ночью пришли и все съели. Унес он. Этот ролл унес, представляешь? Да, да. Завтрак. Кошачий завтрак. Ага, кошачий завтрак. Сосиски не съели и макароны с мясом собрали. Сейчас наших кошаков будем кормить. Все покушали, сейчас котов накормим. Ну вот где он, артист? 3 дня сидел, орал.
Вообще сегодня он... оперный театр. Ага, вот он сидел вот так здесь. На пальме орал. Ну, когда сидел на дереве, он не мяукал. Угу. А как спустился, так сразу начал орать. Но он хорошо сидел, наблюдал очень за птичками. Так, знаешь, в охотничьем режиме.